Действующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть. Следующий состав у хозяев поля сегодня с первых минут. При необходимости из этой схемы можно перейти в более оборонительную 4-5-1. Или наоборот в атакующую 4-2-4. Сегодня у них ставка на высокий прессинг будет, судя по всему. Это смелое решение. Уверены в себе они должны быть. И да, если получится прессинговать соперника на их половине, мяч будет большую часть времени у них. Тактика и правда интересная. Если хватит им выносливости сегодня, то соперникам сложно придется. И нужно быть готовым к тому, что без мяча придется играть выдающимся. Сегодня с вами смотреть футбол будут Георгий Черданцев и Константин Генич. Это Аякс против Бенфики. Болельщики заполнили стадион, свободных мест у нас нет. Ну еще бы, такой матч. Не просто давать какие-то прогнозы, но все-таки, что думаешь о нашем герое? Он очень здорово включается в атаку и умеет ее завершить точным ударом. Вот этим наверняка сегодня и займется. Эдсон Альварес. Нурзис. Большую часть матча. Открытие Йохан Кройф Арены в 96 году стало настоящим событием для столицы Нидерландов. В церемонии принимала участие сама королева, а предшествовал ей 8-дневный забег. С факелом в руках от старого стадиона Аякса Демер стартовал знаменитый Йохан Кройф. А завершал дистанцию другой легендарный голландский футболист Франк Райкаард. Открывался этот стадион как Амстердам-арена, но сегодня он носит имя легендарного Йохана Кройфа. Жоао Марио. Дарвин. Катают они мяч. Не получилось сохранить мяч в игре. Ну, нормальная ситуация. Правильно отработал арбитр. Отложенный штраф и желтая карточка. Да, и отметим, что очень грамотно разобрался в этом эпизоде судья. Он не стал свистеть в момент фола, а дал доиграть эпизод и лишь потом показал карточку. Дэвид Класс. Идут в атаку.